вот видите, белый квадрат вырезали мы, а тут остальное все желтый. Ну, как бы с песком, не знаю, что это такое, правда. Но этот вопрос на засыпку. Сегодня от жителей области в Министерство природы и цикличной экономики стали поступать обращения о снежных осадках желтого цвета. Утром инспекторы экологического надзора и специалисты лаборатории гидромедцентра выезжали в Новый Город, в район гипермаркета «Лента» и в Базарно-Сызганский район для отбора проб. В министерстве заверили, желтый снег не несет опасности для здоровья. А фотографии с красным и розовым снегом, которые ульяновцы распространяют по соцсетям, фейк. По предварительным данным, по информации гидромедцентра, желтый цвет снега произошел из-за того, что на территории Китая уже больше недели идут песчаные бури, и по циклону данные взвешенные вещества в виде песка выпали на территории, в том числе, Ульяновской области. Хочу отметить, что на территории Самарской области также вчера и сегодня были зафиксированы снег желтого цвета. Кроме того, хочу обратиться к жителям Ульяновской области, с просьбой не реагировать на фейковую информацию о том, что на территории Инзинского района и на территории других районов Ульяновской области якобы выпал снег розового и красного цвета. Данные фотоснимки принадлежат 2016 году, и данный розовый снег выпадал на территории санитарно-защитной зоны Инзинского диатомового комбината.